Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев, и мы находимся сейчас в городе Новый Сад, Сербия. Сейчас мы зайдем в зал, где проходят занятия по реабилитации, восстановлению. И эти занятия проводит Кирилл Акимов. И давайте мы сейчас зайдем, вы увидите зал, и мы немножко снимем сами занятия и поговорим с Кириллом. Давайте сначала зайдем и осмотримся. Индивидуальный. Вот вы видите, на заднем плане женщина делает специальное упражнение. Сейчас мы подойдем к Кириллу, поинтересуемся у него, что за упражнение, какая травма у человека, что происходит. Это послеоперационное восстановление или дооперационное мероприятие, или это просто развитие каких-то восстановления двигательных функций организма. Кирилл, здравствуй. Скажи, мы сейчас находимся на занятии, у тебя проходит индивидуальное занятие, это направленность этого занятия сейчас? На этом занятии конкретно мы верхнюю часть туловища, то есть торакальную часть позвоночника здесь разблокируем разными упражнениями на ротацию, сгибы-разгибы, то есть открываем объем движения в спине, что нам позволяет меньше компенсировать все это на поясничный отдел, да, а нижнюю часть мы будем потом второй половине тренировки наоборот усиливать, то есть стабилизаторы коленей, да, стабилизаторы таза и стабилизаторы корпуса. Вот. А какая проблема у пациентки? У пациента нету тут какой-то конкретной проблемы. Тут больше как много мелких проблем, такой набор. То есть какой-то вот, профессиональной деформации. Человек вот стоматолог, он за день сидит, у него вот из-за этого болит спина в среднем отделе, болит плечо, а из-за постоянной статического положения руки. И также колени, из-за того, что у человека слабо развитые стабилизаторы колена. То есть колено постоянно западает внутрь и так далее. Ну, она уже умеет много чего. То есть, поэтому у нас идет сейчас чуть-чуть побыстрее. Как бы меньше обучения, больше делать. Это вот еще одно специальное упражнение, которое сейчас показывает Кирилл для пациентки. Помимо индивидуальных групповых занятий в зале, Кирилл проводит также занятия по онлайн, по Zoom. Давайте сейчас посмотрим, как это проходит. Отсюда. Вот. Чуть-чуть наклонился. Вот сюда. Ну, давай.
Кирилл, скажи, пожалуйста, вот ты проводишь занятия по Zoom, да, это как бы онлайн, да? Насколько эффективны такие занятия с точки зрения вот реабилитационных процессов? Ну, конечно, не настолько эффективны, как вживую, когда есть, ну, потрогай человека, пощупай. То есть все, конечно, намного легче, но тем не менее, да, очень много, ну, большое количество проблем можно решить вот на удаленке. То есть, но опять-таки не все. Допустим, да, постоперативные какие-то штуки, когда там, человек прооперировался, да, так... По Zoom, ну, то есть онлайн нельзя, да? Не сделаешь, да. Тут нужно, там очень тонко все. То есть нужен контроль, причем нон-стоп. То есть... Какую группу людей, которые проходят реабилитацию, ты мог бы спокойно рекомендовать, да, онлайн? Да, то есть это были бы какие-то, ну, я поделил на две категории, то есть опять спортсмены, да, не спортсмены, да, если это спортсмены, то какие-то можно проводить эдукации, да, с демонстрациями, да, с тренерами, допустим, какая-то группа тренируется, вот как у меня некоторые люди делают группу. Борцы какие-нибудь, или там фигурное катание, волейбол. То есть я работаю прямо сразу с группой, да, под присмотром тренера, где я ему объясняю, да, что делать, демонстрирую. И вот группа дальше уже выполняет, а тренер их там контролирует. То есть нужен еще один дополнительный специалист там. Передатчик такой, да, некий. Да, который тоже, ну, понимающий. То есть нужен тренер. Или люди просто обычные, да, которые вот оздоровительные упражнения выполняют, да, возрастные, то есть с какими-то там проблемами, да, обычными, такими классическими, вот спина, там, плечи, шея, колени. Вот. Так можно, да, заниматься дома. Но это опять это не оперированные люди, то есть это не постоперативно. Это именно вот прихаб, называется. Браво. Это твой рук сам? Это или пух. То. Нема веза.
продолжаем снимать в центре АВС, где проходят реабилитационные занятия, восстановительные, пререабилитация, послеоперационная реабилитация людей, спортсменов, тех, кто прошел операции. В этом центре проводят занятия Кирилл Акимов. Как мы уже видели, что занятия проходят с разными возрастными категориями людей. Мужчины, женщины, дети, подростки приходят с разными проблемами. Кирилл помогает устранять проблемы с опорно-двигательным аппаратом, восстановлением связок, суставов и так далее, так сказать, предотвращая появление сложных проблем, ну и уже восстанавливая после операционных вмешательств. И мы сейчас еще дальше продолжаем смотреть, постоянно приходят новые люди, и давайте посмотрим еще на другие примеры упражнений, которые сейчас будут с нами сняты для того, чтобы вы могли увидеть, как вообще проходит этот процесс. Кирилл, я наблюдаю уже несколько дней, как ты проводишь занятия по реабилитации, так сказать, по предотвращению травмы, да? И послеоперационные такие, да? Uh-huh. Это как прехаб, рехаб. Yeah. Вот. Скажи, вообще основная такая проблема, которая встречается у людей, с какими вот такими, основными проблемами приходят? Слабость таза, слабость корпуса. То есть мышцы корпуса не держат. И они не могут тормозить позвоночник. То есть накапливается, назовем так, усталость в позвоночнике. То есть это потом все уходит в компенсацию. Уходит из-за этого искривления разные. Это приводит к протрузиям, всяким грыжам и так далее. Плюс таз, если слабый, колени западают внутрь, соответственно, внутренние элементы начинают страдать. Вот из-за таких вещей. Угу. Вот. Это вот две самые большие такие проблемы. Плюс это искривление все вот эти, ага. Что мы сидим. Ага. И это независимо от того, что там человек, который не занимается там дзюдо или спортом, и да, человек, это не важно. То есть и у тех, и у других. У тех всегда такой как базовый пакет проблем. И вообще, насколько за твой вот профессиональный опыт, насколько эффективность этих занятий, то есть процентом соотношения, то есть восстановление приходит? Вообще под 100%. Просто что в большинстве, во многих случаях точнее бывает, что решаем одну проблему, только потом видим другую. Mm-hmm. То есть пока мы одну не решим проблему, мы дальше даже не можем знать, что у нас потом будет.